Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole Super Turbo Champions Edition. Я тут думал, короче, что тут нету контента, я сразу пойдем за масками. Оказывается, тут еще есть целый город. Эй, странник. О да, узнаю этот типаж. Раньше, при жизни, я тоже был еще тем авантюристом. Но сейчас здесь слишком плотный календарь вечеринок. Убрать после вечеринки и подготовиться. Сама вечеринка, время в образе. Недавно я слышал, что по каналу бродят 5 алушей гиганты. Жуткие эксперименты калаки. В свои более мясистые дни я бы мигом это занялся. Я бы покинул город. И бах, бум, пока монстры... Но, как видишь, мы готовимся к настоящему неизвестному, поэтому, если ты сможешь, найди и уничтожь 5 алучей. То у меня в подвале осталось старые припасы, которые могли бы помочь в твоих странствиях. Блин. Я еще где-то одного не нашел, этого гигантика прыгающего. Я же его как раз и не убил. Все хорошее задание, когда не будет кончаться, да? Мне, конечно, чувствовал. Последний, наверное, очень хорошо спрятан. Я даже знаю, где он спрятан. Давайте я выполню задание. Я хочу посмотреть, что в здании будет. Так что там дверь светится, но дверь никак не воспроизводится. Последний где-то вот здесь, вот наверху был. Вот, вот тут. А, я так уже не залезу. Сука. Ладно. Ништяк. Все из-за тебя, ты понимаешь? Все из-за него. Я ж не думал, что типа из-за него мне придется хер знает куда бежать. Отличная работа. Алушан, конец. Могу сказать, что ты отлично справился для своего уровня. Можешь идти в мой подвал. Там ты найдешь пальцы, ящик... Так. Пыльные ящики с припасными внутри. О, нихера себе тут припасов. Много припасов, вам скажу. О, собака. Мне иногда не надоедает сияющей ночи мира мертвых. Иногда я остаюсь здесь неделями. Конечно, теперь поднялся храм Калаки, но зачем паниковать, верно? Наслаждайся видом, пока можешь. Не сомневаюсь, тебе нравится их аромат, мой друг. Сегодня лучший урожай мертвые лилии. Сегодня специальное предложение конца света. 2 по цене 1. Затем ты можешь нюхать их сколько хочешь.
Возможно, это наш крупнейший праздник. Наверное, потому что люди волнуются из-за Калаки. Если честно, я не слежу за новостями. Я обожаю праздничные игры, разумеется, творится что-то похожее. Но сегодня будут самые лучшие игры. И я не могу думать ни о чем другом. Ты тоже умер? Я вижу это, но ты еще боец. Большинство даже не знает, что задумал Калака. Может, их это даже не волнует. Хи-хи, ты куда-то спешишь? Разве ты не слышала приятную музыку? Остаться послушай, станцуй немного. Моя дорогая, вечность или еще один день вместе? Это невозможно. Я могу смотреть в глубину этих кромешно-черных глазниц вечно. Ха, если наступит конец света, мне больше не придется выслушивать твою поэзию, любовь моя. О, еще какой-то дом. А, это как раз дом Калаки, да? Че так сложно? Так, давайте в раскаленную пустыню тогда. От раскаленной пустыни. Мне телепорт нужен. Я телепорт не нашел. О, вот телепорт. Да. Дерево Тулы. Подожди, а разве я не у дерева Тулы? Нет. Я не у дерева Тулы. Так, ну, хотя у меня есть полет, это будет намного быстрее. Ну, хотя бы так. Мне главное... А, подожди, у меня все-таки уже была, да, в этот момент? Нет, не была. Так, там я был. А враги то другие тут. Я немножечко приноровился, поэтому мне будет немного легче. Намного легче. Так, там я был, да? Да, там я был. Окей. В той части ничего нету. Так, это меня сюда, да, тэпнет? В той части, в принципе, тоже ничего нету, хотя... Нет, там ничего нету. Стоп, а что я тогда вообще еще здесь? Только вот это, да, проход синенький? Так, немножко не туда. Стопы. Я немножко не туда пришел.
немножечко не туда. Но вы видите, намного быстрее все пробегается. Ну да, здесь все изменилось, даже так. Не, ладно. Мне так высоко не надо. Может быть, я так быстрее падаю. Ау, серьезно? Окей. Ну, кто мог подумать? А видите, а сюда без этой способности никак не попасть. Ага. Вершина дерева. Дамы и господа. Ау. Слишком близко. Я понял, там слизистая. Я не виноват. Сложно. Сложно. Я забыл, ну блин, я ч... Вы думаете, это легко? Это нихера не легко. Ну, здесь территория была виновата.
Ага. Что мне это? Ну ладно, тут хотя бы. О, нихера себе. Я понял. Хм, это прикольно сделано. Почему он не зацепился? А! Откуда я знал? Манать. Так это сложно. Это, знаете, сравнимо с... Где Steam Worlds про роботов, помните? Там было, типа, всякие испытания тоже. Здание с испытаниями. Вот это то же самое. Ага. Я вдуплил. Это легко. Так. Беру свои слова обратно. Да ладно, это еще не все. Что мне тут? Ага. Ни хрена себе. Ага. От меня требовалась вообще другая кнопка. Окей. Походу мы добираем. А вот это уже не шутки.
Я думаю, как сделать бы так, чтобы я не сдох. Потому что эти меня убьют сразу. Фу, они не ваншотят. Ну блин. Я понимал, что будет сложно, но не до такой же степени. Да, нужно было еще ниже упасть. Я почти это сделал. Ай, бля, меня наебали. О, небо. А, нет, показалось. Бац, 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 бац. Я долетел. Нужно еще не забывать то, что я могу сдохнуть, и я аж заново начну здесь. Бац. Бац. Тупые кнопки. Много кнопок. Замечу, что у меня уже хпшки почти нету. У меня уже хпшки нету. Сука. А. И понимаете, игра идеальна тем, что здесь нету никаких изъянов, где я мог бы использовать, ну, так сказать, незадуманные маршруты. Thank you.
Опять он это сделал. Бац, бац. Бац, 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 бац. Раз, два. Две тычки. Две тычки и я труп. Нет! Там уже не было ни одной ошибки. Продолжаем. Я не хочу ничего говорить. Пока я не дойду и не буду уверен, что уже все. Да ладно. Как-как-как? Так, держать, уже половина? В смысле половина? А, фу. Он обманул меня. Коко, псих? Есть, я это сделал. Да-да-да-да. Нет, там недолго мне пришлось заново перепроходить, в принципе. Ну, по времени я имею в виду. Поэтому все ништяк. Как говорится, все хорошо, что кончается хорошо. Так, а теперь вопрос, как мне отсюда спуститься? Я понял, почему он говорил, это половина. Но мне хотя бы вот этот момент нужно пройти обратно. А хотя и так можно сделать. В натуре. Вот все.
Вот и масочка собрата. Тупое дерево. Не, ну дерево все-таки жестокое. Вон как анимацию сбрасывать. Манать целую серию сделать только из-за одной этой. Так, я же вам говорил, что типа... Давайте за масками, ладно, сходим. Потом я просто схожу в локации там, где... Да. Так, пещера, да? Полетели в пещеру сразу. Ага. Окей, да? Там закрыто. Что такое зеленый? Что такое зеленый? Все вспомнил. Теперь чисто все враги будут такими? Вы издеваетесь? Фу, это обманка была. Смотрите, если каждый был бы разного цвета. Ну, хотя, мне кажется, я должен привыкнуть буду. Не-не-не, так не подойдет, ребят. Ну ладно, я хотя бы могу немножечко отхилиться. Фу, хп. О. Ай-яй. Давай. Ай-яй, здоровяк, ты давай мне это. Мне сферы нужны красные. Ну, чем это все хорошо, сейчас покажу. Ну, именно цветочки я имею. Ай, ударная волна его не достала. Thank you.
Ага. А потом, мне кажется, последний там еще, да, будет? Да, походу, еще одна. И вот последняя, ребят, скорее всего, будет жопа. Потому что в последней... Стоп, уже время? Не, как вариант, можно попробовать это. Туда с вами, мне кажется, путем не забраться. Если что, у меня есть суперспособность, не забываем о ней. Если что, используем суперспособность. Точно сохранится, потому что это все может слететь. А, у меня все уже куплено? Лол. А ну, по костюмам что у нас там? Мех 47. Лампа летели. Ну, я думаю, ладно, в этой серии мы соберем вот эти еще маски. И закончим. Мне типа сразу говорят, что будет жопа, да? Ну я ж полетел! Но у меня энергии до хера, поэтому... Так, а что у нас вообще по... Я понял. Тихо. Все. А, так мне еще сферы дали. Если что, я за этой бочкой. Да елки-палки. А, хоть двойной урон не получил. Хотя бы вот этих надо убить, чтобы они мне не мешали. Красных, я имею в виду. Ай, блин, оно верх не открывает.
зараза. Вот этот самый опасный, потому что он очень сильный. А, все? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, мне интересно еще вот. Там есть две концовки и... Какая последняя? Так, ладно. Сэкономим время. Ну что, в принципе, я думаю, на этом тогда закончим. В следующей серии отправимся за последним куском и пойдем на босса. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!